Всем привет, друзья! Вы на канале Ice House, с вами Виталий Арбузов. Прям с утра, я еще такой вот лохматый, решил, пока не переоделся, сразу записать видос. По-любому у вас есть вопросы, что там с домиком, как там дела, что происходит, раз пообещал, докладываю. Хочешь насмешить Бога? Скажи о своих планах, расскажи. Вот смотрите, была крыша, теперь ее вообще нет. Нет? Почему? Да потому что пришлось все переделывать. Залез, все не понравилось, все решил сделать ровно. Неровно было, сейчас покажу, вот на кадре вставляю. В прошлый раз не досмотрел, видимо, когда собирал, на это не обратил внимания. Вот, срезал крышу, вот она стоит. И вот, видите, вот такой нюанс. Вот тут была такая складка. И она у меня почему-то всегда, у меня в голове возникал вопрос, что почему-то здесь коряво как-то. Короче, все дуги были неровно выгнуты, и, естественно, был перепад. А материал, он не такой, как говорится, жесткий, и его можно было подмять, поддавить где-то что-то. Короче, переделываем крышу. А так как та следующая крыша, вот тут наверху она все еще лежит, не доставали ее, она достаточно жестче, и это, с ней была бы проблема при установке. Ну ладно, это полбеды. Начали поступать входящие звонки в связи с холодами. Я совсем забыл, что мы еще ремонтируем ворота, автоматику, шлагбаумы, подъемные ворота и так далее. Наступил холод, и начался у людей мелкий ремонт. Так как на обслуживание никто не хочет тратиться, проблемы все вылазят в самую трудную ситуацию. Я, конечно, всем рекомендую заказчикам, что перед, ну, два раза в год хотя бы, уж не каждый квартал, но два раза в год ходить проверять. Ну, приезжаем, мажем, регулируем, все равно сбиваются настройки и так далее, что-то перекашивается, изнашивается. Все это мы смотрим и обслуживаем перед зимой или весной, ну, перед летом. Тем более охлаждение грунтов, там тепловые расширения, сужения, никто не отменял природные явления. Так что все, как и автомобилисты, зимой не позаботились аккумуляторов, сидели, прикуривали, просили у кого. Нормально, мы все люди, мы все ошибаемся, я тоже ошибаюсь, как видите. С крышей я тоже ошибся, доверился, сам не проверил, теперь сам переделываю. Но не один, у меня есть помощник. А с аккумулятором и с этим отсеком я вот так все разобрал. Все тоже подчистую пришлось разобрать, потому что я решил насос перенести в нижний отсек, а в нижний отсек весь заглушить. Вот эта штука, блин, забыл, как она называется. Да неважно. Ну, плотная такая, не пенопласт, но плотно. Плюс ко всему, ее надо будет сейчас завернуть в фольгу. Фольгу на всякий случай, потому что она будет находиться возле выхлопной трубы. Мало ли что, там протечет дизель. А, кстати, у автономки пришлось заменить все шланги. Не знаю, видно, нет. Они, конечно, целые, но они стали дубовые и потрескались. Ну, раз пошла такая пьянка, я решил это все поменять. Так что спустя 4 года требует тоже вмешательства, ревизии и так далее. Он не вечный. Жара, зима, холод экстремальные у нас. Уральские холода. То так, то сяк. Короче, процесс идет. Задержка произошла из-за того, что по основной работе, по забору маркету, у меня была работа, было много входящих звонков. Часть вопросов, конечно, мы решили по телефону. Если у кого есть вопросы, задавайте. И по автоматике. И часть вопросов решим по телефону. Скорее, много вопросов было, те, которые решили. А, там вот такая штука. Нажали, отжали, и все заработало. Ну, на 7 заявок пришлось выехать, и все были все вылечены, кроме одной. Сейчас пришла, вылетела в деревню Куронка плата управления. Но у них перебой с электричеством, и там в деревнях это частенько происходит из-за низкого напряжения. Процесс идет. Домик вот теперь вот в таком виде. Осталось немного начать и закончить. Да, ребят, забыл совсем сказать.
что я, скорее всего, вот такие технические видео, которые связаны с тем, чтобы пилить там, варить там, как что-то сделать, я буду дублировать на втором своем канале «Руки откуда надо». Если что, переходите туда. Думаю, что рыбалка есть рыбалка, отдых есть отдых. И все-таки потихоньку, кому интересен сам технический процесс, переходить на второй мой канал. И все технические нюансы, которые возникают, кому интересно ручками пилить, работать, кому что все нравится, подсмотреть, показать, все могу там рассказывать. Так что добро пожаловать на мой новый канал «Руки откуда надо». А на рыбалку в выходные я все-таки пойду, несмотря на то, что домик не готов, но на рыбалку я пойду. Хочется чебачка уже половить, окунька потрясти и так далее. Все, до встречи на рыбалке.